Так. Рольте этот хлам. Пошли дальше. Стой, стой, стой. Кольцо на мейн. Рольте на мейн, если надо кому. Поводин. Дальше могу по. Ретри, ты на холипала рулишь, да? Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Так. Ноги на мейн. Чем раньше вы осознаете не надо, это хлам. Агрить трэш. Так, еще что-то упало, я не помню что. Но у меня его нет. Там плечи тоже вроде на холипал. Все они такие носят. Нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет... Так, Таргарин, я думаю, ты уже в БДК должен быть. Ты об этом не подумал. Давай спекайся. Отходи от трэша, спекайся. Милики, не умирайте. У тебя власть крови включена и 78 хп. Включи власть льда. А что он сделал? Беги, малышка, беги! Я пока не могу использовать. Так, у нас тут есть детский. Но это не значит, что духов надо хлопать. На второй фазе, когда отправляются духи, все 25 человек бегут без исключения. Милики и там их язык. Два БДК, как обычно, слева танчат, отпивайте мат. Трэш бьют все без исключения, коты, роги, фурики без исключения. Будет трэш, который кастует, особое внимание, милики. Если он не добит, на нем может быть отражение, РДД его не убьют. Так что бежите и бьете его. Слева бьют милики, где два БДК, справа протопал, там бьют все РДД. Чек на пул. Таргарин, левый моб из лестницы. На, первый на пул на уничтожатора, второй на Таргарина. Начинаем. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Место станет вашей могилой. Трэш, приготовились. Побежали бить трэш. Дали контроли свои. Стерю себя там. Если надо будет стопнуть, скажу. Капли сливаем, там не забывай. Трэш, все побежали бить трэш. Собака вакает, беги от него. Дали контроли свои. Контроли раздаем. И обновляем.
Давайте бейте, леди, сильно переводим. Так, вышел трэш, давайте ауешим. Все трэш бьем, все бьем трэш. Как осина, гимн на хп читает. Так, духи побежали. Дали контроли своим. От духа бежим, обновили контроль. Мак. Еще пачка трэш. Трэш, трэш, бейте. Милик, идите бить трэш. Почему шаман не спирит проклятие с магом? Алло. У него нету, наверное, тотема. Ой, блядь, этого. Талант. Все в трэш. Нифига ты, не шаман. Успокойся, Джерри. Кика этого дал, но сам за группу хил, если он без таланта. Так, духи все побежали. Дали контроль эфиры. Путешествие поднял Доксу. Побежали духи. Мелизона тоже бежит, танк бежит. Все, все бьем. Где трэш, туда леди ведь. Так, все в трэш, от леди отошли трэш. Даю роги контроль. Дали контроль, расфир. Духи все бегут, Мелизона бежит, все бегут, все 25 человек. Ступай во тьму, так, вечную тьму. Давай, конскюрит, поднимай дудутипку. Все в трэш побежали. Вы осознали бессмысленность своих действий? Дудутипка, ты встал? Даем контроль. Дайте Геру, кстати. Шаман, дай Геру. Хотя не за контролем. Побежали все от духа. Побежали. Давайте трэш этот убить. Где звезда, трэш бьем. Трэш в кучу сведите. Дали контроль. Дали фиры. Таргарин набирает агро, а Таргарина на пул. Ну, уничтожатор уже не наберет. Духи побежали. Еще раз бежим, все 25 человек, и добивай. На все воля господина. Так, это ваша опять смерть. К вам. Если кольцо на танка на мейн кому-то надо, скажите. Пошли дальше. Все, кто забрал? Таргарин. Таргарин, тебе надо на мой? Пиши в рейчат. Таргарин, тут?
Это, кстати, вот начисли мне, пожалуйста, 10%. Сейчас скажу. Вот за эти ноги на мало пало. Их новых. Как наша нана, если ты на паладина забрал? В смысле на паладина? Ноги эти хлам, короче. Не, они не хлам, они, кстати, на попало бис. Бис шлем идет на попало. Так, Таргарин, я так понял, никто не против, что Таргарин заберет на ов кольцо, да? Никому оно не надо больше, танкам. Крол кидайте, кому надо это кольцо закрепать. Кидай Таргарин ролл. Ранцы берем все, не забываем. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом! Ну, носишь чубис, а не голова. Мне уклонение больше надо. А голова дает больше кап защиты. Так что можешь начислять спокойно мне 10%. Вы видите? Что это там вдалеке? Слышал, Войт? Да это шлак. Не, блин. Попалам нужен побольше кап уклонения, а ДБДК вот ему надо побольше кап защиты. Поэтому они забирают голову. Бля, это так оно и есть, если что. Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем. Как знать? Ты это ролишь на этого на паладина и ЕП сюда же получаешь, правильно? Не, это я как на оф типа взял. Мне ж никому не надо. Спокойно. Что там происходит? Что Форд тут сделал? Да мне без разницы. Меня видно. Код у меня фуловый, так что на мишпро две шмотки осталось.
токен, там клык остался вроде. Летели последнего мага бьем. Летаем. Так, сразу сурка запускайте. Этот Даксон, тебе что-то надо с кораблей? Где, кстати, Даксон? Он вроде тут должен быть. Плащ на мейн-роли. Достаточно таких предметов. Рольте на ухо. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы... А что, он там идет? Этот мир во имя плети и восстанут... Да. Так, здесь трэш бьем все. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могу. Че, тебе не отдал плащ, что ли, или что? Че ты мне обмен кидаешь? Баф проверял. Не позволил чернокнижник. Значит, тут уже на прошлой неделе был такой рейд, когда вы забили на трэш фуловые фурики там. Значит, сейчас кот, рога, лог, все без исключения ДД, танки, блядь, хилы, блядь, автоатака. Бьем трэш. У кого 0 дамага в трэш, если мы упадем, не дай бог, это 200 сразу. Или ниже танка. Я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могу... После на синдру пойдем. Во имя короля меча. Будет последний трек, его обязательно бьем. Трешьте секунды, приготовим. Обязательно бьем.
304К. Открывайте портал, сейчас будем бить Вальку одну другую. На холле креста на мейн ролим. Рольте завоеватель. А ты тут там 2 минутки. Так. Портал открылся. Так, пришествие получает. Одну Вальку ведем. Стрима портала. Сова, уйди, квест уже все получили. Чё там, она не хочет лететь, да? Не, летит он. Назад, назад все ушли. Вторая справа полетит, сейчас вперед никто не выходит. Пошли ровно вперед. Потом на лед идем. Вот Валька летит. На лед пошли. Обнажите клинки, соратники. Пройдут нас вверх. Стоять за королевой льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкенштейна. Дай по мне капку. Попробуй подамажить. И забирай заодно мобов. Мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою смерть. Так, сейчас весь рейд в крестик будет играть. Миликель, когда я фастом ее зергаем. Теперь великий РДД выбрали квадрат. Но еще другого призывали. Убили. Отошли со льда. Квадрат отошел вон. Он потонул. Убейте квадрат. Потом звезду Милики, там ближний трек бей. ЗХП
за свою столицу. Пиздец, я закончил. Использовать эту способность. Пересыть там ретри. Не врывайся, пожалуйста, так. Не, уешим сейчас, пока даем время. Вот одного вот этого милики бейте. Треугольник милик. Он нас не убьет. Уешь, милики, не залетайте туда, вертушками убьет вас ваншотник. Осторожно. Вот вышел моб какой-то одинокий, давайте милики. Все, есть чек идут. Давайте сейчас бурсты надо отдать на эту дуру. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сирены. Я отвлеку ее на себя. Нападай, краса, блядь. Сейчас я покажу. Мне кажется, я не там. Так, пока не забегает. Если я правильно понял, после обновы Валька какая-то другая. Ее в 10 гер дамажит. Так ее у нас дамажит в гере это давно уже. Короче, либо мы нубы были. Ладно. Портал от уронов, ну, урон от порталов, которые собирают хилы, и Вальку тоже бил. Так, осторожно, не сагрите. Значит, хилов лизни тотем спекается. У кого еще хил плюс в рейд? У кого еще хил плюс в рейд? Все что ли? Тебе не надо ничего с Вальки? Для пускай этих... лучше оставить шамана на всякий случай. Оставь шамана, мало ли. А то потом не найдешь, блядь, хилов. Геру сразу сейчас на всех повешать КД еще. Так, ретрия хулипал есть? Да сиди, Джерри. Ёбаный стыд, блядь. Ретрия хулипал есть? Напиши в рейд. Надо нахера заходить. Вот спекайся ретрия. Лизни тотем. Буду типка в ДЦ. Плюс суммонем Джериона. Три холипала на Вальке. И этот. Два шамана. Так, пижон, не знаю, 2 ДЦ на рейде. Ну давайте 2 ДЦ, чтобы никто не сдох наверняка. Там Джелис первые две группы считают. Лютипка вторые, третью, четвертую, пятую. Дайте баффу по паладину. Дайте фулл баффу по паладину. Есть. Лап. Только есть? Вон стоит. Каску попал на баффу. Так, водить будет в порталах пришествия. Ты умеешь водить нормально?
порталах собираемся все в одну метку. В центр там собирайтесь или как, но летайте вместе. В звездочку. Чек на... Жека, пришествие. Да. Пришествие. Это, Жека тут, короче, начинаем. Долго стоим тут. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте спинного дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Рога, а интересно, почему ты на меня нагуливаешь? Я что, на медведя похож? Тебя дамаг увеличивает. Я знаю. Ну как бы мобы лишние на меня могут пойти. Давайте порталы разобрать. Рога, делай это, пожалуйста, на БДК или на протопалы. Демоне врывался вот в этих червей. Говорит, червей никто не бьет. Ну, врывается, дает этот огонь и падает, короче. Говорит, червей никто не бьет. Лол. Поэтому здесь раз 6, наверное. Фу, прошли зато. Тебе говорят, да? Че у вас там по хилу? Последние порталы сейчас будете, да? Череп бьем, слева череп. Подавление, череп. Череп убей, сейчас кастовать начнем. Давайте рост. Давайте рост захиливайте. Будет рост, нет, там два шамана. Герои, гимна на хп дайте. Как Осина гимна хп читает. Потом буду типку читаю. Ну и все, дохиливайте. Так, стаки спадут через 2 секунды. Одна. Тут спали, так дохиливайте. Да, подавление не забывайте убивать, 3% дохиливайте. Один процент.
Смотри, ее дамажит, блядь. Я бы в порталах не гоните ХПС, пожалуйста. Ты первый, 25505. Я понял, хилы какие-то мелочи, все, я ушел. Ресните, пожалуйста. Спускайтесь вниз, ресните. Ага. Кольцо на мейнроле. Нафига медведю кольцо силы на танка? Теперь больше с ловкостью профита. Это кольцо бис идет. Ну... Не. Да-да, не сказал, да. Надо кому-то вот эту грудь. Нет, туда. Мишки же, по-моему, на ловкость там одевает, ложит без капы защиты этого уклонения. Если я не ошибаюсь. Да не знаю, броня нормальная, 700 брони. На броню ты можешь вон медальону взять, 6к целых. Ага, меткость здесь собирает. Я меткость шеи собираю. Не, я имею в виду про аксессуар. Если ты про броню имеешь в виду. Там за счет того, что ты перевращаешься в мишку, 380% брони добавляет. Так по мне лучше этого медальона делать, чем эту чешку с Халиона. Да пофиг, мне пофиг. Забрал и забрал. Надо сумму надо сумму. Смотрите, там дракончик копия-то есть. Тыкните. Принимаешь, шаман, ты здесь? Ну, блять, писал он что-то, нет? Там пачку, если что, ведут драконов. Ну так, на будущее, я не знаю, надо как бы сначала спуститься вниз, потом... Давайте еще пачку. Да, кстати, пикнем, пока мы вторую пачку выдумите. Хоть наполни меня, что ли?
Пошли тогда на лифт. Пошли на кровь. Что такое? Пошли за звездой все на лифт. Охуя. Пошли сюда все. Поднимаемся, идем на кровь. Так этого Хайвера что-то не выкинуло. Он еще пока здесь. Он даже повыкинул. Не знаю, я его кикал. Не, ну я это я вижу, но он цитадель Дина Коронаса еще показывает. Значит, вылетело что-то у него. Пошли бить кровь. Ты там после, ладно, я могу еще на шамана зайти будут. Так, тебе с Ланы что, багруха? Не, щит надо на танка. А, вот это хорошее дело. На офспек. На офспек. Воу. Лизни тотем, похилишь два босса? Джерри, он тебе что, багруха ласт, шмотка или что там? Не, мне еще много чего надо. У тебя холи приз есть? Да. Че, твой триумф? У меня нет цели. Нет. На лане поможешь. А че ты? Что он делал раш, может, чтобы этим холи призом зайти? Потом я. А ты решамый, да? Пропал Ваня. Танки, бегите сюда, бегите быстрее. Вы что там на лифте? Застряли что ли? Осторожно, не сагрите, сейчас танки прибегут. Похиль пока тотем. Там, короче, этого. Я услышал только там, короче, этого. Да, да, ну там сейчас этот хули приз зайдет, потом я на шамана зайду, он шипы. Пока что спек не слышал. Бабло хилит. Если нам. Ставка, ты умеешь по одному мобу вытягивать? Ах, ахка. Напиши в рейс. Бери, Елараш прессует. Так, давайте раздаем контроли. Кокосина отошла, Дудутипка, подходишь. Минилтор. Значит, Минилтор. Кружочек контролишь, Дудутипка контролишь, звездочку, все бьем рослого. Когда законтролите, отходите за стеночку. Приготовьтесь, на счет 3 контролите. Не 1, 2, 3. И за стеночку прячьтесь. Бьем рослого, высокого. Потом обновите контроль. Похоже, зашел. Там, нет, не принимай, сун там не рашит, если шо. А, ты не свой. Обновите контроль, бейте двух мобов. Заберите с экстрема, заберите с минутора, моба, внизу который. Жека в РК. Тоже, по-моему, куда-то отходил.
ховер ты в РК зашел, плюс они в рейд. Так, значит, дудутипка, кружок, минелтор, звездочку контролить. Так, ну кто-то скиллованный треугольник, тут будем ростом. Сейчас там патруль отойдет. Так, подошли контролить, подготовились на счет 3, раз, 2, 3, дали контроли. Кто-то скиллованный треугольнику. Так, ну. Неудача постигла нас. Не врываемся, не уешим, бьем рослого точечно. Звезду теперь выбрали, теперь звезду точечно. Давайте те три дурака резать, пока три тела. Отойдите назад, тут сейчас этих принцев сарит. Джека, ты в РК? Подходим все на совет. ДК на двоих, хавкер на пулевые шталдрама, рога Валанара, чек на пул. Быстрее принимаем готовность. Пошли танки на позицию. Глупые смертные. Думали, что одолели нас, Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Наксанан был досадным недоразумением. Сила смерти позволит Валанару свершить отмщение. Здесь это точечник. Таргарин, не беги. Кинетики, бьем кинетики.
кинетики РДД переключились, в кинетике играем. Босс без вас убьется. Кинетику играем. Так, РДД от Талдорама рассосались, отбежали. Внимание, Галеб. Взяли. Разряжаем, разряжаем. Галеб смотрит. Кинетика. Кинетику нараняем. Вихрь и Мелизона отошли к стеночке. Кинетику РДД смотрим. Подбейте повыше. Валанара. Кинетику бьем. Я не понимаю, что вы не можете ее побить. Кружок поставил. Бейте кружок. Вихрь. Все прожались. Дай сакру протопал. Кинетику. Встали на местах, РДД кинетику бьем. Агрите там моба. Так, контроли приготовили, значит, стойте, не агрите ничего. Значит, дулетипка, будешь контролить кружок, Джерри. Твоя самая сложная метка, дальняя звезда, тактик. Бить будем Рослова, когда он придет. Так, квест ближнего контроля, все ушли вниз, вниз ушли все. Так, Джерри, он звезду. Блять, звезду. Рослый идет, Рослый идет. Рослого греет. Выводите, блять. Оттяните танки. Подождать. Выйдите оттуда. Блять, вы всех нахуй зауешили, блядь. Ну давайте точечно бейте. Сейчас звезду выбираем всех. Звезду выбираем. Танки-то умтите ее, сейчас она на мне, на роге. Все звезду точечно бьют. Чем быстрее... Там его хрисли. Так, пришествие, вставай. Сейчас забить ее ману. Прожимки отдаем. Бейте звезду. Потом бейте кружок все. Давайте станы, брэд. Дал станочку. Бейте кружок. Это вот такая хуйня происходит. Куда вы хуйню делаете? Весело, да, вам, наверное? Еще тактик здесь есть. Давайте выбрали квадрат. Выбрали квадрат. Бьем его точечно. Танки его таунтят, вы его бьете. Просто один умный ДК вызвал войск. Резаем всех, не бежим дальше, встали здесь в круге в этом. Ману резаем, резаем всех. Кто АФК сейчас сотка ГП, блядь. Кто умер в особенности, блядь. Принимаем готовность мертвую.
Жека здесь? Жека, заходи. Вес Этивара. Сейчас надо будет убить точечно две метки без АУЕ. Сейчас резнутые подбегут к нам, пока ничего не агрим. Одна метка круглая, другая метка квадратная. Сейчас рейд подойдет. Подбегайте к нам быстрее сюда. Так, и на РКД пока. Хой в руманы залейте, и Солвикова без КД. И это самое. Танки побежали. Хилы-хильки танков. Бьем кружок. Дали штамп. Стан кружком. Сейчас он на мне. Стан. Бей. Разоружение. Все кружок бьют. Вот кружок сильнее. Теперь то же самое с квадратом. Теперь можете уезжать. Подходим к лане все.